Здравствуйте, дорогие мои подписчики на канале YouTube и все, кто смотрит этот канал. Сегодня я для вас приготовила одну, очень интересную вещь. Прям подарок. Вы знаете, какой встретишь такую вещь, сразу на сердце становится хорошо. Любой садовод, огородник, дачник понимает, что вот собственными руками сделать все невозможно. Нужны помощники. Речь-то пойдет, знаете, о чем? О кротоловке. Вопросов-то таких просто миллион, и не один. А вот такой вот аппаратурки, такого приспособления, которое бы действительно помогало, ведь на самом деле практически не существует. Но если только медвежий капкан. Вы видите, что погода сегодня такая, что хороший хозяин собаку не выгоняет. А мы вот выгнались сюда, да, для того, чтобы не только рассказать, но еще и показать, что же такое современная кротоловка. Вот эта кротоловка состоит из трех частей. Две вы у меня видите в руках, третью покажу минутой позже. Значит, из чего же придумана вот эта вся хорошая вещь? Вот правда она мне нравится. Это щуп. Для того, чтобы вам понимать, есть ли там нора, есть ли там пустота. Это бур. Для того, чтобы... Да, вы такие встречали буры. Мы делаем отверстия для посадки каких-либо растений. Значит, сначала щупом определяем место, где есть пустота. Потом буром высверливаем, вот на такую глубину примерно, да, почву. Вынимаем ее и вот... Посмотрите, как это делается просто. Имея такое приспособление, эту ловушку для кротов, и не только для кротов, но и для мышей, работать ей очень легко, и вы хорошо справитесь, да, с этой задачей. Ну вот, например, это нора, да, определили. Теперь ставим бур и вращаем его по часовой стрелке. Можете против часовой, разницы нет. Так, вращаем, углубляется все, вытаскиваем. Во! Посмотрите, видите, дырка? Отверстие достаточно большое. А вот зачем оно такое нужно, сейчас я вам покажу. Вот посмотрите, это третья и основная часть вот этой кротоловки, так она называется. Конструкция очень легкая и простая. На эти два усика можно насадить приманочку. Ведь крот-то он же овощи в основном, там червячки, а можно, знаете кого? Прямо личинки хруща майского жука или дождевого червя. Ночью на рыбалку копаете, а тут что? Начинается жалко червяков. А все остальное не жалко на даче? Яблони, например, которые корни будут перегрызены этим кротом. Значит, хочу сказать вот что. А вот основной части, все остальное, вы видели, сделано из металла. Сама ловушка сделана из удара прочного пластика АБС, в составе которого имеются присадки, не дающие солнечным лучам, ультрафиолету, разрушать это. Она может стоять и зимой, и в воде, и в снегу, разницы нет. Ваше дело взвести ее. Я ее взвела. У нее есть еще два язычка. Видите, что гораздо лучше. Куда бы крот ни прикоснулся, ни пошевелил, это все сработает. Сейчас покажу, как. Вот смотрите, я, конечно, палец туда пихать не буду, крота из себя изображать точно не буду. Но я прикоснусь щупом к этому раздвоенному язычку. А-а-а! Ура! Попался крот! Или мышь полевая. А может быть и крыса попадется. Смотря кто подползет снизу. Смотря в какую нору вы попали. Вы видели, как она быстро срабатывает. Причем от легкого прикосновения. Кроту не удастся ускочить. Смотрите. Делаем взвод. Да, это все легко, правда. Любой справится. Пальца сюда пихать не надо. И мы вставляем это вот в норку. Рекомендую вам работать в перчатках, потому что крот не потерпит вашего запаха, он не подойдет к этой ловушке. Это очень важно. И помните, пожалуйста, все работает, если вы прочитаете, что написано на рекомендательных вот этих великолепных коробочках. Видите? Там все нарисовано и написано. И вам не надо вытаскивать эту кротоловку для того, чтобы увидеть, сработала она или нет.
Вот судя по ее ручке, видите, она в верхнем положении, значит, не сработала. А как только... Оп! Видите, если вот такое положение, значит, кротоловка сработала, и крот попался. Вам уже нравится? Я думаю, что да. Мне нравится. Ну, удачи вам. Я надеюсь, что вы все увидели и все услышали. А кротоловка-то хорошая.